Ни одного типа белка недостаточно, чтобы полностью покрыть потребности организма в аминокислотах и необходимых ему микроэлементах. Только комплексный подход способен решить проблему обеспечения мышечных клеток всем необходимым для их восстановления и роста. Тогда аминокислотные профили разных белков смогут дополнять друг друга, а усвоение их питательных элементов будет происходить на протяжении длительного времени, как бы подхватывая друг друга эстафету. Именно такой подход реализовала в своем продукте компания Vader, в чем вы сможете лично убедиться, попробовав протеин 80+. В его составе присутствуют сразу 4 совершенно разных источников белка, каждый из которых обладает своими уникальными преимуществами и методом воздействия на организм. Например, отличительной чертой молочного казеина является чрезвычайно медленная скорость усвоения аминокислот мышечными клетками. Исследования подтверждают, что после приема казеина организм не пытается его сразу усвоить, а образует в желудке своеобразную белковую сферу, от которой постепенно отщепляются аминокислоты и поступают в мышечные клетки по мере необходимости. Таким образом, один прием белка позволяет вам подпитывать себя нужными элементами на протяжении 6-7 часов. Но как же быть с анаболическим окном, когда мышцам требуется значительное количество аминокислот в первые 30-60 минут после тренировки, спросите вы? Для этих целей в составе протеин 80+ имеется изолят сывороточного протеина. Этот протеин обладает высочайшей степенью очистки, содержание белка в нем доходит до 90%. Главной же ценностью изолята сывороточного протеина являются сверхмалые частицы его белковых фракций, которых удалось добиться за счет измельчения молекул белка. Благодаря этому протеин быстро преодолевает барьер желудочно-кишечного тракта и насыщает мышечные клетки аминокислотами уже через 30-40 минут после приема. Концентрат сывороточного протеина обладает чуть более медленной скоростью усвоения, что позволяет вливать аминокислоты в кровь порционно, не создавая в организме их избыточное количество. Только так можно избежать расходования протеина вхолостую, когда лишние аминокислоты просто не могут быть усвоены мышечными клетками. Наконец, яичный альбумин обладает сразу двумя немаловажными особенностями. Во-первых, аминокислотный состав этого белка чрезвычайно близок к плазме человеческой крови. Это позволяет очень легко усваиваться белку в полном объеме. Во-вторых, яичный альбумин богат сернистыми аминокислотами и благотворно влияет на уровень холестерина в крови. Комбинированная протеиновая матрица протеин 80+, состоящая из 4 источников белка, позволяет поддерживать необходимый баланс аминокислот в организме как сразу после завершения тренировки, так и спустя несколько часов после нее. Состав одной порции 30 грамм в 300 мл молока 1,5% жирности. Протеин 34 грамма, углеводы 15 грамм. В составе также широкий аминокислотный профиль 100 грамм протеина. Источники белка – казеин, изолят и концентрат сывороточного белка, яичный альбумин. Способ применения – развести одну порцию продукта в 300 мл молока 1,5% жирности и принимать сразу же по завершению тренировки, а также в перерывах между едой. Интернет-магазин Ersport является официальным партнером и дистрибьютором бренда Vader Nutrition на территории Российской Федерации. Вся продукция, представленная на нашем сайте, полностью сертифицирована. На страницах нашего сайта вы найдете полноценные уникальные текстовые и видеообзоры продуктов Vader Nutrition. Не забывайте подписываться на наш видеоканал YouTube и оформлять заявки на страницах Ersport.